Банде Гуру Пададандам Бхакта Бинда Саманитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитта Нанда Саходитам Шри Нанда Нанданам Банде Радхика Чарана Дайам Гопижано Самайоктам Бинда Банам Манухарам Ванчакалпатарувасчакипасиндвевача Патитананг павунебхо вишнабебхьо намо намха Мукаң кароти вачаланг пангунланг хайтагирим Яткипатамханг банде парамананда мадвам Бриндавай тусидеббай пиявай кешвасача Кришна Бхакти Паде Деви Сатта Ваттвай Намо Намаха Нараяна Намаскритта Нарунчайва Нараттамам Девин Сарасватин Вясам Тату Жайо Мудирай Санкиртане Кришна Катхопадеше Гаурия Патрасья Пракасанеча Садануракта Гуру Бхакти Йокта Бхакти Прамодакша Джагод Варун Дхейям Сада Парибхавагна Бхавишта Духам Титас Падам Сива Виринчанутам Сараньям Бхита Тихам Бунатапал Бхавад Дипутам Банде Махапурушате Чаруна Равиндам Ят Пада Паллаванака Чандамани Чатая Бисфуриджита Кимапика Павудушва Дарши Пурунану Рагара Сасагара Сарамурти Сарати Камай Кадарки Камкаруш Сри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Сиаддхита Гададхара Сивасадихи Гаура Бхакта Винда Сри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Сиаддхита Гададхара Сивасадихи Гаура Бхакта Винда Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама Харе Рама 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 Харе Харе Аджануламбита Бхужау Канука Бодато Санкиртаной Капитаро Камала Ятакшо Вишам Бару Дижавару Джугадхарма Пало Банде Джагат Приякару Каруна Бхатару Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе Харе. Намами Ганге Тава Пад Панкаджам Сура Сурайр Бандито Дивья Рупам Бхуктин Ча Муктин Ча Дада Синитам Бхаван Рупенна Сада Нарана Ганга Таранга Раманья Джата Калапам Гаури Нирантара Вигушихи Табам Бхагам Нараяно Прияманго Мада Бхарам Баранаси Пурапати Бхаджавихи Шанатам Вагиша Джушва Бадане Лакшмир Джашача Бхакшаши Ясьястихиде Самбихи Твам Нишингамахам Бхаджи Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Джасьясти бхактир бхагавати акинчана сарабхакти.
Jasyasti bhaktir bhagavati akinchana sarvagunai tatra samasate suraha haro abhakta shakuto mahadguna manorathena asato dhavato vai Jasyasti bhaktir bhagavati akinchana sarvagunai tatra samasate suraha haro abhakta shakuto mahadguna Manorathena asato dhavato vahi. Gauriya Goshtipati, Sri Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur, Paramahamsa Jagadguru told that anugottahin bhakti is just like a beast. Those who are devoid of anugatha, they can be compared with beast. Gauriya Goshtipati, Sri Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada, Paramahamsa Jagadguru told, Gauriya Goshtipati, Sri Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada сказал, что те, кто лишены духа послушания, духа служения, они подобны животным или хуже животных. Не приняв прибежище у лотосных стоп Садгуру, нет никакой альтернативы. Мы не можем найти никакой другой альтернативы. Может, сегодня или завтра, или в следующей жизни, или через одну, мы должны ждать. Не должны спешить, чтобы принять какого-то падшего человека как своего гуру. Только самосознавшая себя душа, те, кто самосознавшая себя душа, они могут вложить настоящее учение Шримана Махапрабху в наше сердце, те, кто самосознавшая себя душа. И поэтому Шрила Прабхупад очень часто говорил, что нам нужно игнорировать бесчисленные голоса мирской мудрости и слушать только голос самосознавшей себя души. Шрила Прабхупад очень часто говорил, то, что мы, участники Гауди Матха, мы всегда готовы потратить литры и литры крови ради освобождения обычных людей. Мы готовы. Но если они заинтересованы в этом, если они не заинтересованы, то в этом проблема для них. Если они совсем не заинтересованы, то критикуют Гуру Вайшнавов, то что толку? Какой-то пассивный объект, как какие-то неодушевленные предметы, мы не можем. Махарадж, пример приводится с проводниками. Есть материалы, обладающие электрической проводностью, а есть, которые не обладают. И таким образом, такие дживатмы по сварупе своей, они вайшнавы. Мы слышали это от Вриндаванда Сакура Махарадж. И с различных шастр. Мы тоже знаем. И не столь важно, кто где родился. Их души, они имеют природу Вишну, поскольку они произошли от Вишну. То есть они вайшнавы по сути, но из-за своих предыдущих самскар, из-за влияния майи, они забыли свою сварупу, в этом главная проблема. И поэтому Шрила Прабхупад много раз говорил, мы готовы, мы гауди, мы всегда готовы потратить литры и литры крови для освобождения обусловленных душ. Но все же нет гарантии, что мы можем спасти кого-то. Почему? Поскольку дживы, они имеют свою свободную волю, свою свободу, независимость, они могут идти
по направлению к духовному или к материальному. Не все готовы совершать баджан. В этом случае нам не нужно ничего делать. Те, кто слушает Харикатху или собираются слушать, испытывают интерес к Харикатхе. Они чувствуют какое-то чувство в своем сердце, и потом они хотят начать совершать харибаджаны, и постепенно они могут, несомненно, обрести благо, нет никаких сомнений в этом. Поскольку в Бхагаватам говорится, Махапрабху, Шри Кришна Чайтанья, в Чайтанья Чайтамрите, в Чайтанья Бхагавате говорится, во множестве местах такие слова. Тават кармани курвито, но нирведьята явта. So long you can do all activities, whatever as a duty of society, here to do all. То есть пока мы живем в этом обществе, исполняем его обязанности, которые на нас находятся, как на жителях какого-то общества. До каких пор мы можем их исполнять? Но тогда, когда мы у нас пропадет полностью вкус к материальной жизни, когда она надоест нам, как в случае с Девахути. И вот мать Девахути перед Бхагаваном, она никогда не думала, что это ее сын. Она поняла, что он Верховный Господь, и говорит: И вот она говорит: «О Господь, о Прабху, я была готова дать своим органам чувств все, что они хотят. Give me pork, hello, beef, wine, whatever. Все, Devotima speaking, I like to elaborate it for common people. Not that Devotima. Devotima speaking. И вот Девахути говорит такие слова. Repeatedly, I wanted to supply with those objective, respective objective, or those sense organ. All my sense organ wanted to my eyes. Я удовлетворял свои органы чувств. Они все получали то, что хотят. Глаза хотели смотреть на красивые вещи, уши, слушать что-то, язык что-то говорить, и кожа хотела прикасаться к чему-то приятному и прочее. И вот Девахути говорит, мы должны помнить это. Бхумапуруш. Ананта Дев, Бхума. Бхума is a Sanskrit word. Бхума is Ананта Дев. Хе Прабху, Нирвинна Нитарам Бхума. Ашат Индия Таршанат. Or the thrusty, all my sense organs, they are feeling thrusty. Give me. Thrusty of eyes. Все мои органы чувств, они были жадны до своих объектов чувств. I wanted to supply all respective objective. All the sense organs to satisfy them, but still today, they are not going to show mercy to me. They are not going to say that is enough of it. They are not going to still today. They are not going to speak. Okay. Enough of it. No need. Now I am fed up. Devotee must begin. Now I am fed up. И вот Девахути говорит, что мне надоело жить этой материальной жизнью.
И, пожалуйста, спаси меня. Jeno sambhasumanena prapanyandham tamaha prabhu. Day by day I am going to the darkness of tama. Tama means? И вот день за днем я попадаю в оковы невежества. Девахутима плачет и говорит, я думала, я в какой-то день могу достичь удовлетворения в наслаждении моих органов чувств, но оно не приходит. И такое же я хочу сказать о Пурураве, о царе Пурураве, который хотел наслаждаться жизнью Сурваши. Он не понимал, день или ночь. Какой год уже? Он забыл все. Его жизнь же большей частью прошла, и под влиянием моим он все забыл. You can be busy all apparent enjoyment and lose your life, go down, down, down. Where you can go? Where you can go? Fathomless. People, they are going down and down, fathomless. 20,000 leagues under the sea we can go get some jewels. But here, fathomless, we are going down and down. Where we can? That's why Pururava, about Pururava same thing. И вот с Пурурава такое случилось, что он в погоне за материальными наслаждениями Сатурваши, он многое потерял, даже хотя до этого даже полубоги приглашали его на какие-то дела, как на борьбу с демонами. Но этот Пурурава, он оказался в ловушке майя, попал в лапы Урваши. И вот мой вопрос в том, Пурурава давно нет, он оставил этот мир очень давно, и я хочу спросить у него, он хочет наслаждаться Урваши, или Урваши хочет наслаждаться им? Пожалуйста, объясни, я не понимаю. Кто кем наслаждается, поскольку все это материя, плоть и кровь, и вот они не могли ответить. И говорится, я сказал, if you add fuel, inflammable objectives in fire, если в огонь вы будете наливать что-то горючее, то глупо ожидать, что огонь когда-то потухнет. Он, наоборот, будет разгораться, если добавлять что-то горючее в него. Это невозможно. И вот нечто важное хочу сказать. То, что говорил Шрила Прабхупад, что мы подобные почтальонам. Все послания, которые приходят к нам из Божественного мира, мы хотим передать их вам. Не гневайтесь на меня. Не говорите, что я очень строг или очень свобода. Не строг, скажем так. И вот я просто хочу передать вам то послание, которое я получил от Гуру Варги. Как подобно тому, как почтальон, он ходит от двери к двери, чтобы раздавать письма, и можно открыть конверты, если прочесть, если содержание письма очень печально для нас, то почтальон тут ни при чем, он просто принес письмо, а что в этом письме, это уже не его дело. Если кто-то
пытается обвинять почтальона в том, что он принес хорошие или плохие новости, то такие люди глупы. И Шрила Прабхупад говорит, что мы только несем послание нашей Гурварги, послание Махапрабху. Как Махапрабху сказал Нитянанде Харидасу, о Харидас, о Нитянанда, идите от двери к двери и повторяйте святые имена. И потом в конце дня приходите и рассказывайте, что было. И вот Нитянанда, он гуру. И вот Нитянанда, Харидас Такур, Бхактивинода Такур, они гуру, все они проповедуют. Я хочу сказать, что их характер, их поведение, их этикет, оно само по себе проповедь. Вы не понимаете этого. Много раз я говорил, а вы забыли. Вы думаете, что ездить туда-сюда, собирать денег, говорить о какой-то сухой философии без подлинного чувства — это проповедь, но это не так. Это не проповедь. Гауди Даршан очень обширен, как Ананта Дев. Он подобен бесконечности. Как можно осознать, понять Ананта Дева? И также, если Хари Ананта, то Гауди Даршан тоже Ананта, он тоже бесконечен. Как это все осознать, понять, это невозможно. И вот в соответствии с нашими ограничениями мы хотим осознать учение Шрилы Прабхупады. Если мы достаточно удачливы, то сможем это сделать, если нет, то не сможем. Куда мы попадем после смерти? Мы не знаем. Сейчас мы не тело. Сейчас мы находимся внутри тела и не можем понять. И после осознания, оставления этого тела, куда мы попадем, мы не думаем об этом. И вот много раз Шрила Прабхупад говорил, чтобы утвердиться на пути проповеди, утвердиться на пути учения Шримана Махапрабху, это есть проповедь. Кто-то говорит, что я против проповеди, но это не так, я против недостойной проповеди. Но я нахожусь в Индии, но Харикатхама, она достигает различных уголков мира. И Шрила Прабхупад говорил, утвердиться в Ачароне Гуранги Махапрабху. Это идеализм. Это есть подлинная проповедь. Шрила Бхактивинода Такур много раз говорил, если какой-то чистый вайшнав, просто вы пришли к нему, он не имеет он как занят своим баджанами, не имеет возможности поговорить с вами, то Шрила Бхактивинода Такур говорит, что не надо давить на него, чтобы он говорил с вами. Лучше поклонитесь, это более чем достаточно, что вы посмотрите на вайшнава, поклонитесь ему, и вы обретете благо, а заставлять его говорить не нужно, и пока он сам не захочет. Шрила Бхактивинода Такур сказал так, что если кто-то из вайшнавов не говорит с вами, не гневайтесь, это вы обусловленная душа, что он, вы можете сказать ему или он вам. Просто посмотрев на вайшнава, это достаточно посмотреть, с каким чувством он, с каким настроением он совершает баджан. Как в этих строках из киртана говорится, что просто увидев вайшнава, его даршан очищает нас сразу, отличие от ганги, которая очищает постепенно. Он может говорить с нами или может не говорить, мы не должны гневаться. Шрила Бхактивинода Такур говорит, из тела вайшнава исходит некий свет. Может,
мы не можем увидеть, но как вам вот от магнитов исходит эти магнитное поле, так и от вайшнавов исходит какое-то поле, которое обычным глазом не увидеть. И вот подобно тому, как вокруг магнит, если рядом с магнитом находятся какие-нибудь магниты, предметы, которые обладают магнетизмом и притягиваются этим магнитом, то не притягиваются. А если слишком далеко, то ничего не притягивается, поскольку магнитное поле очень слабо становится. И вот также Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, что из тела вайшнав такое некое поле, подобное магнитному, исходит. Какое-то сияние, оно может задеть наше сердце, когда мы кланяемся или находимся рядом. И это действие, влияние от сердца вайшнавов, оно изменит наше сердце. Может, мы сразу не почувствуем, но потом это произойдет. Как я, когда увидел Шрилу Бхактипрамода Пури Девгасвами Махараджа, я почувствовал что-то в моем сердце. И в предыдущую ночь я во сне увидел некое видение, и это был знак. Я принял омовение в Ганге, пересек Гангу и пошел искать моего Гурудева в Чайтанья Матхе и прочие места. В общем, я в итоге нашел Гурудева. Я верил на 100%, что в соответствии с нашей искренностью, в соответствии с нашей молитвой, как мы молимся, это зависит от нас. Нитянанда смотрит на нас. Он отвечает. Я могу... Вчера один саньяси с Радакунды пришел. Он искал меня. Кто-то ему дал мой адрес, и вот я час с ним говорил. Он плакал, что его обманули где-то одни обманщики вокруг, что делать. И вот я должен всем время уделять. И много людей, я как бы адрес Махарадж свой не раскрывать, но все равно люди как-то находят, и Махарадж вынужден со всеми встречается, поскольку не уделить время тем, кто приходит, это оскорбительно. Потом нужно хренам обетованное число закончить. Что-то пишет Махарадж, какие-то статьи. А времени на все это не хватает. И вот какие-то люди недовольны, что им мало времени уделяют. И вот Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, что по милости Гуру Вайшнавов мы можем обрести все. И вот мы подобны почтальонам, мы не можем менять никакие. И вот и в послании Шрилы Бхактивинода Тхакура мы должны быть подобны почтальонам, мы должны нести их послание в первозданном виде. И Шрила Мадхава Госвами Махарадж, многие вайшнавы, они часто говорили, что когда мы поем киртаны, мы должны петь их так, как они есть, а не добавлять какие-то слова, не отнимать. У нас нет права этого делать, изменять слова. Шрила Бхактивинода Тхакура, таким же образом, вайшнава татва, гуру татва, она очень запутана, очень чувствительна. Поскольку если мы осознаем вайшнава татву, значит, что мы стали вайшнавами. Когда мы осознаем гуру татву и вайшнава татву, то такие люди становятся вайшнавами.
Встретиться с вайшнавом, значит, можно сказать, что это практически то же самое, что и встретиться с Бхагаваном, даже больше, если вы поймете вайшнава. Гурдаршан, он очень важен. Гурдаршан, он более важен, хотя говорится в Упанишадах. Сколько любви у вас есть к Бхагавану, сколько чувства. И такое же мы должны иметь к Гурудеву. Я даже хочу сказать больше, у нас должно быть больше чувства к Гурудеву, чем к Кришне. Поскольку мы находимся на стороне Радхарани, мы должны больше чувства иметь к Радхарани, чем к Кришне. Поскольку Кришна может прогнать нас за Радхарани. Нет. И вот и такое чувство я узнал от нашей Гуру Варгера. Гурунатха Гасай говорит, если Кришна придет ко мне и скажет, я Кришна, иди сюда, то я не поверю ему. Но если Радхарани скажет, что Кришна там, иди ко мне, Кришна со мной, то я буду с величайшим энтузиазмом побегу на ее зов. Если Радхарани говорит, что это ее Прананадха, ее Господь, то это несомненно так. И это наш Гаудия Бхаджан. И вот сейчас я хочу вернуться, чтобы рассказать об этом великом преданном спутнике, вечном спутнике Шрилы Прабхупады. Любое количество лекций недостаточно о Бхакти Харидой Бондев Гасвами Махараджи за такое короткое время, как описать его славу, как описать его Гуру Сева, это невозможно. И вот Бхакти Сар Госвами Махарадж, он... Есть много вещей, которые нужно сказать о нем, но как, когда это все успеть? И вот он, я хочу сначала сказать о нем, он вечный спутник Гуранги Махапрабху или Шрилы Прабхупады, я могу сказать. Как я могу сказать, что он вечный спутник Шрилы Прабхупады? Я уверен в этом на 100%. Есть признаки этого. Мы узнали от Гурварги какие-то признаки. Если они удовлетворяются, то он значит, он паршат. Паршат не тот, кто популярен или считается какими-то обусловленными душами, спутником Господа или тысячи или десятки тысяч последователей. Это даже не признак того, что кто-то является спутником Бхагавана. И это влияние Майи, что очень просто совершать ошибку. Кто-то, вот, кто, например, слушал Садхананду Прабху, сколько у него было последователей, хотя он, несомненно, является вечным спутником Шрилы Прабхупады. Даже, многие даже не могут понять его статьи, хотя они великолепны, они гениальны, они подобны бриллиантам. Вайшнав может понять вайшнава. Мы не можем отдать это суждение в руки каких-то глупых, бестолковых людей. Это общество можно видеть, что оно очень часто принимает за каких-то знаменитых людей, за
за тех, кем они не являются. Как кто может сказать, что, кто вайшнав, а кто нет? Если человек сам не вайшнав, то как он может узнать вайшнава? Как весь мир говорит, что Шрила Прабхупада Бхактисиддханта Сарасвати не вайшнав, и Шрила Кешава Госвами Махарадж не вайшнав, но пускай говорят, какое нам дело до этого. Бхагаван, если их одобрил, их имена есть в списке авторитетных вайшнавов, а какие-то люди, которые вроде бы всемирно проповедуют, они, их нет в списке Верховного Господа, в списке вайшнавов. И вот в этом главная проблема всего мира. Если я буду рождаться тысячи раз, то все равно я вряд ли не мне поверят. Я, конечно, могу пытаться что-то сделать, чтобы изменить их, но у них есть какие-то предубеждения, какая-то зависть, враждебность. Шрила Прабхупада, он может ли изменить мою ваде? Может, но если они не хотят, то что он сделает? И в этом проблема. И Шрила Бхакти Хрида Бондев Госвами Махарадж, он был возвышенным проповедником. Если вы покажете мне хотя бы одного в этом мире, кто был бы подобен ему, таких очень мало. Его речь, его статьи. Даже Шрила Прабхупад сказал, я могу рассказать один случай. Его имя до принятия саньяса было Нариндранатх Чакраварти, как-то так, но из семьи Чакраварти он происходил. Это очень знаменитая брахманская семья, Бхарадраджа подразделение. Он жил в Даке, в то время это была Индия. Он очень хорошо учился в школе. Он был лучшим учеником, и в соответствии с своими предыдущими самскарами он тоже изучал множество писаний. Он был вегетарианцем, строгим. Но хотя его семейные эти родственники ели все подряд. Хотя кто-то строго следовал всему. Но из его этих родственников. И вот и вот внезапно отец заболел, настолько был на волоске от смерти. И тем временем он узнал, что Мадхва Гаудия Мат, когда он был мал, они в Даке жили, там услышал, что где-то основали Мадхва Гаудия Мат, он посещал его, встречался с преданными, читал книги, и таким образом он был в соприкосновении с Гаудия Матхом и в итоге решил приехать в Калькутту, чтобы встретиться с Бхактисиддхантой Сарасвати Госвами Такуром, с Шрилой Прабхупадой. И вот он поехал, отпросился из дома для того, чтобы купить какое-то жизнеспасающее лекарство. В Даке его не было. И вот он поехал в Калькутту с этой целью.
И вот это, но лекарство купить как бы было вторичной целью. Главная цель была встретиться с Шрилой Прабхупадой. И вот он начал ходить на Харикатху, слушать Шрилу Прабхупаду. Позволил позволению матхи-командера остаться в матхи, чтобы слушать Харикатху. Он слушал какие-то дни, потом захотел встретиться с Шрилой Прабхупадой. И когда Шрила Прабхупад увидел его, он понял, что это его вечный спутник, как, такой, так же, как и в случае с Садананды. Хотя тот родился в Германии, но все же это не мешает ему. И вот таким образом он начал обретать милость Шрилы Прабхупады постепенно и задавал множество вопросов. Шрила Прабхупад отвечал на их, и он захотел принять прибежище у Шрилы Прабхупады. И Шрила Прабхупад он дал ему Харинам Дикшу. И он получил имя Нанда Суну Прабху, имя в брахмачарстве. И после этого Шрила Прабхупад хотел проверить его. И вот он говорил Харикатху, говорил Харикатху вчера, можешь ли ты написать содержание всего этого? То он все написал. Все, что он слышал вчера от Шрилы Прабхупады, он написал все это замечательным образом. Шрила Прабхупад был удивлен. Он посмотрел, проверил и был очень доволен им. Можешь ли ты написать статью для Гаудия Патрики на основе той Харикатхи, которую ты услышал? Он сделал это, и Шрила Прабхупад был очень доволен им. Можете ли вы представить, какое качество, какие качества были у Гурваги? Некоторые люди осмеливаются их критиковать. Я думаю, если сам Шрила Прабхупад одобрил такого великого вайшнава, вскоре Шрила Прабхупад принял решение дать саньясу ему, хотя обычно Шрила Прабхупад давал саньясу по прошествии 15-20 лет. Никто раньше этого не осмелился еще, поскольку Шрила Прабхупад никому не давал саньясу. Это редкость была. И вот Шрила Прабхупад решил, кому дать саньясу, кому дать брахмачарью веш, кому харинам, кому дикшу. Все это зависело от Шрилы Прабхупады. Никто за него не принимал решения. Никто не... Ну, как сейчас происходит, можно видеть, никто не давал ему приказы, кому давать саньясу, кому не давать и прочее. И вот Шрила Прабхупад, он давал посвящение самым достойным, отправлял на проповедь их. И Гуру Анугати — это очень важное. Если это Гуру Анугати потеряно, то все другие наши качества, они становятся нулем. Я могу привести пример. И вот однажды Шрила Прабхупад сказал настоятелю храма, кто Кунджа Бихари, Видибушан Кунджада, это имя в брахмачарстве. Бхакти Вилас Тирсхем Госвами Махараджа. Но он позже получил саньясу после ухода Шрилы Прабхупады уже. И вот он спросил этого анчара. И вот тот отправил, Шрилы Прабхупад отправил этого
Кунджа душ, чтобы тот купил самую лучшую обувь для Бон Махараджа, а в то время... Ну, он купил эти обувь за 35 рупий, а в то время 35 рупий очень большие деньги были. И вот он принес, Шрила Прабхупада посмотрел, сказал, чтобы одел это, ну, чтобы отдал это Бон Махараджу, тот, чтобы тот одел и пришел к Шриле Прабхупаде в этой обуви. Ему было неудобно, как он может в обуви перед Шрила Прабхупадой появиться. Но с другой стороны, Шрила Прабхупад, он... Я сам сказал ему это сделать. И вот тот был в замешательстве. Мало того, что саньяси был, еще и саньяси в обуви ходить нельзя. Он всегда ходил босиком, как и полагается саньяси. И вот Шрила Прабхупада сказал, когда Бон Дев Госвами Махарадж пришел, и вот смотри, сейчас это, ты достиг Юкта Вайраги, ты сейчас сможешь, поскольку ты отрекся от отречения, это настоящее зрелое отречение. И ради Бхагавад-севы ты отрекся от отречения, это настоящая юкта-вайраги. Никто нигде не может достичь такой высоты мысли. Только тогда, когда у вас есть связь с Шрилой Прабхупадой, я вот привел пример раньше с электричеством. Электричеством, если у нас связь с этим источником электричества, то тогда мы сами становимся заряженными. А если мы отключились от Шрилы Прабхупады, то как мы можем надеяться, что у нас будет бхава, какое-то чувство, какой-то прогресс в баджане? Может, будет все, и в этом случае все будет на показ, только проповедь и имитация, и делание чего-то на показ — это совершенно разные вещи. Харикатха, она влияет на наши сердца. Она проявляет, меняет их, вдохновляет. Это естественная природа Харикатхи, она подобна молнии. Если мы, у нас демонический склад ума, то это Харикатха, она изменит его. Харикатха, она снисходит свыше. Мой отец, мой дед, прадед, никто не может, не имеет права менять ни единого слова в словах Шрилы Прабхупады. Мы должны соблюдать его учение и передавать другим в первозданном виде. И вот тот, кто имеет подлинную связь с Гуру Парампарой, он не совершает никаких ошибок в Сиддханте. Это главный признак. Никаких ошибок, заблуждений в его словах, его книгах не может быть. Никаких погрешностей в Сиддханте не может быть, а если они, их, они есть, их много, то это признак того, что человек не имеет связи с Гуру Парампарой. И в тот день, когда вы поймете о тех сокровенных вещах, о которых я говорю, то вы поймете учение Шрилы Прабхупады, Бхактисиддханта Сарасвати, Шрилы Бхактисиддханта Такура, Дживы, Госвами, Санатана. Я полностью уверен в своих словах. И вот Шрила Прабхупада сказал, что ты отрекся сейчас от своего отречения. Это зовется Юкта Вайрагья. И Шрила Прабхупада, он дал наставление Бон Махараджа. Сейчас он сказал ему одеться в западную одежду и проповедовать. Но он как бы отправил его в Англию, Германию. Но причем в одежде такой английской, не в одежде саньяси, а вот
такой в костюме, в общем, деловом. И вот в то время этот был Рабиндранат Тагор, там был, и вот этот Нобелевскую премию получил недавно за свои стихи. Ему титул дали Knight, не знаю, как на русский переводится, но, в общем, титул получил английский. И только вот буквально вернулся с Запада. И вот они оказались случайно в одном месте. И Шрила Прабхупада спросил у него, но Бхактивинода Тхакур, он дружил с этим, с Рабиндранатом Тагором. Бхактивинода Тхакур. Ну, в общем, они дружили с семьями. Старший брат этого Рабиндранатха Тагора дружил с Бхактивинодом Тхакуром, а тот часто к ним в гости заезжал, останавливался на какое-то время. И вот Шрила Прабхупада спросил этого Рабиндранатха Тагора, что там, что будет, если сейчас кого-то отправлю на Запад, какого-то посланника Гауди Матха, что же ожидать? И Рабиндранат Тагор сказал, что толку не будет. Особенно в Англии там. Ну, там эти, как и Индия считает, как была колонией. Индия была колонией Англии, и как они тогда пренебрежительно к нам относятся, очень горды, вряд ли кто слушать будет. Ну, в Германии, конечно, в Германии получше, они заинтересованы индийской философией, ведийской культурой, веды, веданты, там попроще будет, но... Но все равно толку особо не будет, он сказал. Шрила Прабхупада начал говорить Харикатху об основах учения Гауранги Махапрабху. И вот после этого Рабиндранат Тагор сказал, что хорошо, если вы сами поедете в какую-то западную страну в любое время, вне зависимости от места, времени, вы достигнете успеха, нет, несомненно. То есть он свое мнение поменял на противоположное, что в любое время, в любую страну вы, несомненно, достигнете успеха, если какой-то саду подобный вам столь могущественный поедет, то они достигнут успеха, поскольку множество бестолковых саду. Вот Рабиндранат Тагор говорил, что множество бестолковых людей ездили на Запад, говорили какую-то хрень в Чикаго там и прочих местах. Ну, такие обычные карми. Которые эти люди, которые даже не вегетарианцы, еще как... Что-то говорят о какой-то хинду-дарме. Вот, когда была борьба хинду-мусульман за Айодхью, это же давно происходит, долгая история. То вот какой-то журналист пошел к этому
Аурабинду, они сказали, мы не хинду. Но если они даже сами сказали, что они не хинду, то как они смеют говорить о хинду-дарме, но они верят в какую-то карму, в какую-то гьяну. Это Вивекананда в Чикаго вроде ездил. Или в Аурабинду кто-то из них. Ну, в общем, подлизываться ездил. Ну, ничего толкового не говорил, просто как подружиться со всеми хотел. In a mammoth gathering, he was speaking a lecture, and after speaking, he is speaking interpopulation. I know now, but 50% of the population, 50% of the population, American population, they are foolish. Then started agitation. Why you speak? Вот однажды этот то ли Вашингтон, то ли этот, как его, в общем, первый или второй Вашингтон на своей лекции собралось множество людей и сказал, что половина американцев дураки. И люди начали возмущаться, что как это мы дураки. А потом он извинился и сказал, что половина американцев умные, а половина дураки. И люди были очень довольны, хотя по сути он сказал то же самое, что если половина умная, то другая половина дураки получается. Но все равно люди, когда услышали, что половина из них умные, то все были довольны. Pata, I mean actually goat. You see me goat? Sorry, I made a mistake. You are Ram Chagal. Ram means number one Chagal. Ram Chagal, one special category of Chagal. When you object in Marwa, you speak me. Chagal means goat, goat. First of all, you object. I'm sorry. I can say you are Ram Chagal. Because Ram, what Ram is there? Oh, nice. Now nice. But Ram Chagal is more, you know, he is inferior than, he cannot know that he is there, Ram is there. So he is good. Follow, how to make fool of you? You know, this way, actually they get clapping, all in newspaper, everything preaching, but what preaching? Ну, в общем, такие люди как бы не проповедовали, а просто пытались со всеми подружиться. Как и никого не обидеть. И вот Рабиндранат Тагор сказал, если такая великая личность, как вы, поедет на Запад, он сказал, если Шрила Прабхупада, то тогда, несомненно, вы достигнете успеха. И замечание Шрилы Прабхупады в чем было? Шрила Прабхупада сказал, что я могу отправить такого посланника, который подобен мне. Шрила Прабхупада сказал, я могу послать такого посланника, который подобен мне. И кого он же послал? Он послал Бондарева Госвами Махараджа. Потом Хайгрив Брамачари хотел послать. Потом Госвами Махараджа. Потом Бхакти Прадип Тиртха Махараджа. Но если какие-то люди заявляют, что они бестолковые проповедники, а он самый толковый тот, который заявляет, то что... То можно видеть, что такой человек, который так заявляет, он ничего себе не представляет. Просто завидует чужому успеху. Они получили бесконечную милость от Шрилы Прабхупады.
какая великолепная проповедь была совершена Госвами Махараджем и Бондов Госвами Махараджем. Они проповедовали на высоком уровне аристократии. И когда сам Шрила Прабхупада сказал, что я посылаю посланника, подумал мне, как можно вспомнить, когда Кришна Бхагаван сказал Удаве, Удав, он не меньше, чем я. Как можно вспомнить, Кришна сказал, что Удав, он, Удава, он не меньше, чем я. Он подобен мне. Так, Удав, он очень похож на Кришну, разницы между ними практически нет. Это значит, что Удав, он очень дорог Кришне. И вот Госвами Махарадж был очень дорог Шриле Прабхупаде, что Шрила Прабхупада сказал, что я посылаю такого послания, которое подобен мне. Хайгри Брамачари, и я какой-то день могу рассказать, сколько любви и заботы и милости они получили от Шрилы Прабхупады. Бондав Госвами Махарадж плакал. Он не мог ничего сказать. Когда Мадхав Махарадж ушел из этого мира, на собрании Бондав Госвами Махарадж не мог ничего сказать. Каждое слово застревало в его горле, и он просто плакал. Мадхав Госвами Махарадж ушел, значит, у нас такая же боль разлуки, как при уходе с Шрилы Прабхупады. Бондав Госвами Махарадж, он написал в своих воспоминаниях, что Шрила Мадхав Госвами Махарадж, он является собой идеализм проповеди и идеал учения, идеал всего Шрилы Прабхупады, Бхактисиддханта Сарасвати. Может, Шрила Мадхав Махарадж внешне не поехал в западные страны, но Шрила Прабхупада его практически отправил уже, паспорт готов был. Потом какой-то старший преданный сказал, что не обижайтесь, но это западные страны, Хайгри Брамачари столь прекрасен. И лучше послать кого-то постарше, а то какие-то проблемы могут возникнуть. И вот лучше послать, ну, как, хотя Мадхав Госвами Махараджу не сказали, это считается, Потом Бхакти Шубав Ашрам Махарадж, которого Шрила Прабхупада сначала, чтобы проверить, занял в служении в огороде, посмотреть, что с ним будет, и потом отправил в Мадрас на проповедь. И там в Мадрасе, вот он проповедовал, говорил на множество языков, и однажды попалась ему какая-то богатая семья из Англии. Вдова была с дочкой. Она хотела выдать замуж эту свою дочь за Бхактишрила Ашрама Махараджа. В то время он брамачари был. Бутаврит Прабху его звали. И вот она хотела выдать замуж свою прекрасную дочь за него. То есть, ну, не на кого было богатство все оставить.
И вот она подумала, что вот может хороший человек попался, можно дочь отдать и наследство в придачу. Но смотрите, Ахаги Брахмачари, он мог бы просто в Англию уехать, но все же Шрила Прабхупад, он не хотел рисковать. И не отправил его никуда. И когда Шрила Прабхупад сказал, что они подобны мне, если кто-то заявляет, что все, кто проповедовали на Западе, бесполезны, только деньги собирали, ничего хорошего не сделали, то это оскорбительно со стороны тех, кто говорит. И моя цель перед тем, как оставить это тело, моя цель напомнить о том, что было. И я хочу прославить всю Гуру Варгу. Я хочу показать, насколько много милости они получили от Шрилы Прабхупады. Если кто-то кричит, что он получил полную милость от Гурудева, как сумасшедший, то где доказательства? Доказательства нашей жизни, наши действия, наша речь, наши слова. Они все покажут, что кто-то по-настоящему обрел Гуру Крипу. Гуру Крипа — это не вопрос какой-то рекламы или самолюбования. Нет, они лучи севаки Шрилы Прабхупады. Сам Шрила Прабхупад отправил их на Запад. И когда Рабиндранат Тхакур, вот он посоветовал сначала в Германию кого-то отправить, там настроение у людей получше, чем в Англии. Но Бондарва Госвами Махарадж сказал: о, Прабхупад, если вы не обижаетесь, но хочу сначала сложную задачу выполнить. Те, кто получили Гуру Крипу, милости Гуру, они никогда не боятся. И вот он сказал: о, Прабхупад, если не... сначала хочу взять более сложную задачу. Сначала хочу проповедовать в Англии, поскольку если я достигну успеха в Англии, то в Германии будет еще проще. Но в то время еще война была, но так и не война. Враждебность Англии по отношению к Германии, наоборот. И вот он поехал в Англию. Времени много не давали. Можно было говорить там 10 минут, ну 15 максимум. И что можно рассказать за это время? И вот он, в общем, отправился в Англию, проповедовал там в королевском, оказался он был приглашен каким-то королевским обществом, слушали его лекции, были очень восхищены. И вот потом еще пригласили его к королеве на прием, дали ему 15 минут, и то во время обеда. But we should make balance, like Prabhupada and Bhaktivedanta Mahaprabhu said. Even I don't like to give. Мы должны поддерживать баланс, как Шрила Прабхупада и Шрила Бхактивиданта Мадхава Госвами Махарадж, они не давали.
я тоже не могу дать никакой возможности кому-то, чтобы была даже, ну, как еще Прабхупад, еще Мадхва Госвами Махарадж, они жили такую жизнь, чтобы ни у кого не было никакого, даже никаких сомнений и никаких подозрений в их чистоте их жизни. И вот, когда я вернулся из Вриндавана и начал писать статьи и книги, я вот искал того, кто недорого может напечатать рукописи с этих, вообще напечатать текст с рукописи. И вот Махарадж очень скромно жил, писал книги, питался рисом с картошкой в основном. И вот однажды вот попал в ливень под молнией, громкая молния была, и мы сидели где-то наверху, жена, ну, внизу была, они сидели на втором этаже, попечатали. И вот, в общем, этот печатальщик сказал, что Махарадж там полчаса посидел, ему надо за детьми в школу съездить. Я сказал, что не могу оставаться в вашем доме. А почему? Ну, потому что ваша жена тут внизу. Ну что? Ну, я, поскольку саньяси, не могу находиться в одном доме с женщиной наедине. Если вы поедете, я с вами поеду. Вот Махарадж, ну, в общем, вышел и поехал в Майпуру, подождем. И вот этот этикет, который мы узнали вот в нашей Гурварге. Кто-то может критиковать нас, но мы свои правила не изменим. Мы даже видели, это для отреченного уклада жизни правила. И когда Гуру Махарадж давал Харинама Дикшу каким-то матаджи, то все равно не оставался никогда с ними наедине. Всегда еще кто-то в комнате присутствовал. Обычные люди не могут следовать таким предписаниям. И таким образом, это учение Шрила Мадхва Госвами Махараджа, Шридхара Госвами Махараджа, и в то же время у них была огромная любовь, забота ко всем, и к женщинам, и ко всем остальным. И сколько любви Гуру Вайшнава они могут дать нам. Мы слепые не можем видеть. Они всегда хотят защитить нас. И таким образом, Бхагавад Госвами Махарадж проповедовал по всей Англии. И в итоге он решил отправиться в Германию, но там немцы на английском ничего не хотели слушать, сказали. Но еще сложно было. Если в Германию он приехал, то потом в Англию уже не попасть было. За то, что то ли война была, то ли что такое. И сказали, на немецком говорите, английский не хотим слышать. И вот Бхагавад Госвами Махарадж вспомнил лотосные стопы Шрилы Прабхупады и сказал, хорошо, буду на немецком говорить. Но немецкий еще выучить надо было. И вот за 6 месяцев он выучил немецкий.
получил какую-то степень немецкого языка. Вот Махарадж тоже, когда учился в этом в колледже, тоже немецкий учил. Ну, потом что-то запутало, ну, в общем, там какие-то проблемы случились. Через пару месяцев, в общем, забросил Махарадж дело, там препятствий много возникать стало. И вот Бонадев Госвами Махарадж за полгода сидел день и ночь, учил немецкий и выучил, начал говорить, давать лекции на немецком. Но немецкий ему гораздо больше нравился, поскольку там порядок везде, в отличие от английского, где один бардак. Если что-то пишется, то оно так и читается, и произносится, и подразумевается, а не как в английском. И вот там он встретился с одним великим преданным, Садананды Прабху. Его имя еще не Сананда, было немецкое имя, не помню наизусть его. И вот он везде проповедовал, по всей Германии, Западной, Восточной Бенгалии, в Берлине. И еще проблема там, денег не было. Вот он думал, надо было, но там не было, ну, в общем, попала ситуация, что деньги кончились, и вот он думал, что же делать. Надо было за аренду платить, и тут пришел почтальон с посылкой, там было и какие-то деньги ему прислали тоже, ну, и еду сухую, это с Индии, похоже. When he came back, so warm welcome was given to him. И вот когда он вернулся, его очень пышно встретили. Шрила Прабхупад был очень доволен его проповедью. Есть множество вещей, которые хочу сказать, но времени мало. И вот потом он опять отправился на Запад. Он был в Австрии, в Америке вроде был, ну, во многих этих значимых местах, где нет. И вот он активно проповедовал. Он проповедовал на высоком уровне. Он всегда говорил на высоком уровне, поскольку это была концепция Шрилы Прабхупады. Если бы поскольку если бы аристократия приняла бы учение Махапрабху, то все остальные, по идее, тоже должны принять были его. И вот он его, ну, его еще, ему позволили говорить в Оксфорде и в его этих всех филиалах. И вот план Бонадев Госвами Махараджа и Шрилы Прабхупады был, что если наша речь, наши слова, они их услышит молодежь, те, кто учится там в этих университетах, они вскоре, ну, если они примут это учение, то вскоре
они начнут применять его в своей жизни и в своей стране. В Германии. И вот он в Германии тоже несколько лет, около 5-6 лет проповедовал. Если я буду говорить о нем, то получится книга, подобно Махабхарате. И вот слова вайшнавов, она подобна океану. И после этого, когда он начал стареть уже и хотел построить какой-то храм во Вриндаване, у него есть храм в Калькутте, еще где-то, когда он вернулся, Шрила Прабхупада ушел уже к тому моменту. Если Шрила Прабхупада ушел, то это была трагедия. Он чувствовал огромную разлуку с Шрила Прабхупадой. Он тоже хотел уйти из этого материального мира. И в итоге он хотел построить свое самадхи перед тем, как оставить тело, хотя как-то вроде необычно самадхи строят после ухода, а не до. Но Рамануджачарья, когда он совершил свои лилы, в то время один из его учеников, домохозяев, он имел огромную любовь к нему, огромную преданность к Гуру Вайшнава. Они понимают, кто какое чувство имеет к Гуру Деву, и в соответствии с этим они даруют свою милость. Кому Гуру Дев даровал свою милость, вот тот человек и поймет, а посторонние могут не заметить или неправильно понять. И вот вайшнавы, они понимают каждое сердце, и поэтому не всегда хотят что-то принимать от кого-то. И вот когда он вернулся, и вот Бхандев Госвами Махарадж хотел построить свое самадхи, основать Гупиша Махадева около Баджикутира. Это долгая история. Вот он построил самадхи, поскольку если кто-то будет самадхи, для него делать не поймут его настроение, поэтому он хотел самадхи сделать в таком месте, чтобы он мог созерцать Радха Говинду во Вриндаване, и чтобы арати было видно оттуда, вот такое настроение. Если кто-то не там поставит, то неудобно было бы, и вот он, Джанардан Махарадж также. Его слова тоже бесконечны. Однажды Ваман Госвами Махарадж и Джанардан Махарадж, они говорили, где самадхи построить. What understand? What to make? Which place is good? What do you mean? I think this place is good. И вон Ван Махарадж посоветовал какое-то место, но никто не понял. Они друг друга поняли. Он хотел попросить разрешения Вамана Махараджа, где лучшее место для его самадхи. Вот Ваман Махарадж посоветовал, тот был очень доволен его советами. Настроение вайшнавов очень сокровенно. Посторонние люди из-за их не всегда могут понять.
И вот я забыл сказать вам, он изучал Веду Веданту. Яджурведу. И после этого он узнал множество вещей. И вот он отправился туда. 108 бельпата. И вот отправился, вот, чтобы предложить Шиве, чтобы это, один кор, много этих, 10 миллионов и 8 листьев было. Точнее, 10 миллионов 108 листов этих было Каши Вишванатху. He took trouble to, not that he used to preach in foreign country. He also preach in village to village. И вот он не только проповедовал на Западе, также в деревне здесь проповедовал. Я однажды был в Химал. Ну, в той деревне где-то, где Махарадж проповедовал. Ну, где-то тут это, на границе с Бангладешем его матх. Здесь недалеко, относительно. Полчаса от Калькутты на электричке. Я бы так хотел еще сказать о Бхакти Саргаса Махараджана. Времени не осталось. В следующий раз я расскажу о нем, если какие-то дни явления отдельные, это лучше для меня, поскольку если несколько вайшнав в один день явилось, обо всех рассказать времени не хватает. И вот этот, вот он родился в Кулне, в Бангладеше, который сейчас большинство наших гурварги, они родились на территории Бангладеши. Мой этот дед тоже явился в Бангладеше, родился. И вот когда время придет, ну, Махарадж рассказывал, что эти родители, эти бабушки тоже ходили в Гауди Матх, вот меня его тоже с собой брали, но я не понимал, что они там делали, было очень мало. И вот этот Бхакти Саргаса Махарадж родился в Кулне. И после обучения в школе он отправился в Катак, чтобы учиться на инженера. И в то время он узнал, что там Гауди Матх в Катаке. И после этого он подумал, что можно в Гауди Матхе остановиться и принимать прасад. И там был Бабаджи Махарадж. Его звали Враджа Бихари Бабаджи Махарадж. Он был необразован, мог не так читать слегка, писать, но практически необразован был. И Бенгали мог читать слегка. И он читал читание Бхагавату, читание Чайтамриту каждый день. И вот этот Враджа Бихари Бабаджи Махарадж,
поддерживал этот храм, его сердце было очень просто, он всех прощения просил. Простите меня, я не образован. Так или иначе могу объяснить дух. Даже это, где какие-то преподаватели с колледжа приходили слушать, муж на английском он не говорил, но все же, как мог, он говорил Харикатху, его слова были очень прекрасны, они задевали сердце. Необразованные люди приходили, слушали его Харикатху. И вот Бабаджи Махарадж просил прощения, что он не очень грамотен, пытаетесь понять дух того, что говорю, то, что услышал от Шрилы Прабхупады. Его звали Нанда Дулал Прабху. Это домашнее имя было Нанда Дулал. И после этого, когда он встретился с Враджа Бихари Бабаджи Махарадж, слушал Харикатху, он был очень вдохновлен. Его родители, они Они тоже были преданными. Они, когда он написал письмо, что привлекся Гауди Матхам, хочет получить Харинами Дикшу от Шрилы Прабхупады, что думаете? Еще отец написал очень хорошо. Мы тоже хотим получить дикшу в Гауди Матхе. Давай вместе поедем. И отец наш поедет тоже. И вот они все были привлечены с Чайтани Махапрабху. Сказали, зачем ты один поедешь, давай вместе. И вот он, в общем, наполовину доучился на этом инженерном курсе. Потом они приехали в Калькутту. Потом в Майяпур. Отец и мать тоже с ним поехали, чтобы встретиться с Шрилой Прабхупадой. Когда они увидели Шрилу Прабхупаду, они были очень вдохновлены. Получить даршан Шрилы Прабхупады значит, несомненно, получить даршан Гауранги Махапрабху. Вы не верите мне. И вот их ум, их душа, они были проданы лотосным стопам Шрилы Прабхупады. И вот они получили, попросили Харинаму Шрилы Прабхупады. Шрила Прабхупада дал Харинаме дикшу им. И Шрила Прабхупада дал ему имя Нани Гопал. Нани Гопал. Нани Гопал Брамачари. Нани масло значит. И вот что случилось дальше. Он начал служение совершать, хотел служить этому возвышенному преданному спутнику. И вот Верховного Господа и Шрили Прабхупаде. И вот когда отец оставил свое тело, он дал ему важный совет: «О, мой сын, если ты не вернешься домой, если ты не вернешься домой, я буду очень счастлив. Если мой отец умер, думал, где мой сын, я потом только через полгода узнал, что мой отец умер, но вот отец... А когда моя мать умерла, я в полдень, я был в Пури в то время, я почувствовал, что-то случилось. Никогда такое чувство не приходило, и тут оно произошло. Я потом узнал, что моя мать умерла в тот день. Те, кто отец и мать, они
мой Гурудев, он отец и мать таких в наших прежних жизнях, множество отцов и матерей было и прочих родственников, но вот в случае вот... И вот суть в том, что отец дал такое наставление, и после этого Нани Гопал Прабху, он решил не возвращаться домой. Он был очень прекрасным преданным, очень возвышенным. Он смог обрести милость Шрилы Прабхупады. И вот Шрила Прабхупад отправлял его в различные части Индии для проповеди. И вот он занимал его в различных видах служения, и после этого он достаточно поздно присоединился, и потом, когда Шрила Прабхупад ушел из этого мира, он присоединился к Госвами Махараджи. Я кратко расскажу в деталях все подробное, не успею. И вот он знал много языков, редактировал статьи, книги на этих языках, которые знал. Он помогал в редактуре Нади Пракаш, он и Магур Махарадж также. Они редактировали Нади Пракаш, который каждый день выходил, и он был назначен учителем в Бхактивинод институте на Йога-Питхе, который... И потом Шрила Прабхупад, он там какое-то время был учителем и редактировал все эти издания. И после ухода Шрилы Прабхупады в 1936 году, он присоединился к Госвами Махараджу и также получил саньясу от Госвами Махараджа впоследствии. Он имел огромную любовь к Госвами Махараджа. И он не хотел свой матха основывать, а жил в матхе Госвами Махараджа. Как мой Гуру Махарадж был очень простосердечен. Когда я вспоминаю Гуру Махараджа, я плачу. Мой Гуру Махарадж был настолько простосердечен, что такого... Такой простоты даже в пятилетних детях не найти. Вот однажды Гуру Махарадж собрался во Вриндаван и дал мне задание собирать книги во Вриндаван. И вот 2 месяца этим занимался. Гуру Махарадж вспоминал, что может еще какую-то книгу, еще какую-то проверить. Взял ее. И вот через 2 месяца Гуру Махарадж сказал мне, что я уже пожилой, как я во Вриндаван поеду. Я сказал, что мы билет на самолет вам купим. А Шрила Прабхупада сказал, что билет дорогой, денег у него нет на этот самолет. Он показывал свою сумку, где ничего не было. Я засмеялся и сказал, что не беспокойтесь, мы все организуем для вас. Некоторые дети я тоже проверял, если каким-то детям дать какие-то сладости, они убегут, в одиночестве сидят. А другие дети, наоборот, всех вот, других детей позовут и со всеми поделятся.
Not there. I have seen the simplicity of Guru Maharaj. Я видел простоту Гуру Махараджа. Он был очень прост. Даже пятилетние дети не могли сравниться с ним в простоте. И вот Госвами Махарадж дал ему саньясу и имя Бхакти Шаурав. Бхакти Шаурав, Бхакти Сара Госвами Махарадж. Бхакти Шаурав, Бхакти Сара Госвами Махарадж. Он был редактором Гаудия Санги, и там они публиковали ежемесячные журналы. И после этого он получил саньяс от Госвами Махараджа. И перед тем, как Госвами Махарадж оставил свое тело, он хотел назначить его следующим ачарьей храма своего. Обычно Гурудев, он назначает своих учеников в качестве ачарьи, но здесь он назначил Гуру брата. И вот он написал завещание, в котором завещал, что следующий после меня я хочу назначить Бхакти Шаурав, Бхакти Сара Госвами Махараджа как следующего ачарью. Ну, тут не хотел быть ачарьей, но что делать? По воле Бхагавана это случилось, если это желание Госвами Махараджа. Но все же какие-то недовольные нашлись. Что делать? И после этого, когда Шрила Бхакти Шаурав Госвами Махарадж, он был очень простосердечен. И вот Махараджа не было, если был бы Махарадж, я бы... А вот Сидар Махарадж, он тоже очень прост, если он был бы в этом мире, я бы водил вас к нему, чтобы показать, кто такой настоящий вайшнав, но, к сожалению, они все оставили этот мир, и вот в итоге он... В общем, какие-то недовольных много было, и в итоге он решил отказаться от этого поста ачарьи. Я не люблю политику с самого детства. Когда меня приглашают куда-то голосовать, я не голосую. Если где-то всякая политика происходит, то такое учреждение, как правило, портится. И вот Махарадж подумал, что это все неблагоприятно для его баджана. Лучше отказаться от этого поста ачарьи, оставить это общество. И вот он молился Госвами Махараджу перед его самадхи. Говорю, что вы мой шикша гуру, я не думаю, что вы мой брат Боги. А я думаю, что вы мой гуру. И что же делать? И вот кто-то посоветовал ему свой храм открыть, но тот сказал, я же пожилой. Сложно это, лучше я буду жить с какими-то братьями Боги и оставлю там тело. Но у него учеников было достаточно много, и куда ученики ваши пойдут, поэтому открывайте храм. И после этого наш брат, его брат, кто такой брат Боги? Брат Боги тот, кто не имеет зависти к другому своему брату Боге. Если они, конечно, отклонились от пути Гурварги, то таких нельзя считать братьями Боги, если они находятся в полном послушании, в полном соответствии с Гуру Парампарой, то тогда можно назвать их
братьями Боги, если они занимают меня в служении себе, а не в служении Гурудеву, то я такое не терплю. Мой Гуру Махарадж сказал мне, если ты служишь Шри Чайтанья Махараджу, то это служение мне. Если ты служишь Шри Мадхава Госвами Махараджу, то это служение мне. Мне Гуру Махарадж сказал так, но я тоже видел, пытался следовать этому, но видел, что везде какая-то политика происходит. Ну, не сразу, а впоследствии. Начинается, как Махарадж какое-то время говорил, нас они Шрила Прабхупаде в Чайтанья Махе, туда никогда никого не допускали, вот, кроме него. Потом тоже какие-то недовольные нашлись, выгнали. Но из-за этого опыта я сейчас смог чего-то достичь и понять, что есть что. Могу пытаться совершать какое-то служение, по крайней мере. И вот Махарадж... И вот он оставил тот храм и присоединился к Бхакти Алока Парамхамса Махараджа, его храм после Шив Мандира. И вот Бхакти Алок Парамхамса Махарадж пожертвовал половину своей земли ему, чтобы тот какой-то, ну, там жил и что-то основал. Махарадж был очень прост, даже громко ни с кем не говорил, а в полголоса. И вот Бондарев Госвами Махарадж, он открыл университет ориентальной философии во Вриндаване, большой колледж там. В Нандаграме он школу какую-то открыл, поскольку был уверен, что если сможет изменить сердца молодежи, то это очень хорошо для страны. И после того, как Шрила Прабхупада ушел, он провозгласил, что он был... И вот после, в общем, его избавили потом Ачарьи четырех сампрадай, Рамануджа же Вишну с вами, Мадхава и Нибарка сампрадай. И вот избавили его таким общим Ачарьи всех сампрадай, это Бондарев Госвами Махараджа. Избрали, он написал множество книг о ведах, пытался написать перевод к Бхакти Расамрита Синдху, что практически невозможно. И вот Бондарев Госвами Махарадж, он, если кто-то игнорирует его, говорит, что он бесполезно ничего не делал, то глупо некоторые так называемые ачарьи пишут, что все ученики Шрилы Прабхупады бесполезны, кроме их самих. Но может ли Бхагаван простить таких людей? Бхагаван никогда не может простить таких людей, кто поносит чистых преданных, это Сиддханта Вичар. Так или иначе, мы хотим. Многие хотят забыть, но мы должны вспоминать эти вещи, вспоминать посланников Шрилы Прабхупады, вспоминать величие Гауди Мадха, его славу, его деяния. И нужно, чтобы понять, что такое. Мерила Гауди Мадха. Нужно понять философию Гауди Матха, понять славу чистых преданных, кто является идеалом, и уже I cannot make any mistake in Siddhanta. Not possible.
Мы не должны совершать никаких ошибок в Сиддханте. И вот Махарадж хотел возвращаться к предыдущей теме. И вот, в общем, Мао Чин Сабю думал, что построил, тут какие-то беженцы прибежали, заняли все это, заняли его землю, но в то время не было еще стены, так что никто не заходил. И вот пока он думал, какие-то беженцы набежали, заняли место, тут полицейские с Кришнагара пришли. Они как бы не выгоняли их, поскольку среди беженцев были родственники этого полицейского, поэтому они как бы не выгоняли их. Махарадж сказал, что не буду с ними бороться, может, это желание Бхагавана, чтобы я ничего не строил. И в итоге, так или иначе, Шрила Кешава Прабху, ученик Шрилы Прабхупады, услышал об этом. Он жил с Мадхавой Махараджем. Мадхав Махарадж тоже узнал об этом. И Бхарати Махарадж, он брахмачари в то время был, тоже узнал об этом. И вот, чтобы служить Гурудеву, он пришел с какой-то палкой. Он пришел к этим беженцам, которые там жили, сказал, что им нужно уйти, а уйти отсюда. Сказал, либо вы отсюда уходите, либо ваш сын полицейский работу потеряет. Выбирайте, я пойду в Калькутту на пару дней, если вернусь, вас увижу тут, ваш этот родственник полицейский работу потеряет. И вот они посмотрели на Бхарати Махараджа, испугались, сказали, мы тут тент строили, деньги потратили. Бхарати Махарадж сказал, что отдаст им эти деньги, и тут этот полицейский начал возмущаться. Бхарати Махарадж тоже пригрозил его с работы выгнать. В общем, этот полицейский отступил, и куда-то они переехали в другое место. Это зовется Гуру Сева, ради Гуру Сева. Если мне нужно опуститься на какой-то низкий уровень, чтобы бороться с какими-то скверными людьми, которые критикуют нашу Говаргу, то мы можем это сделать. И вот это зовется самопредание, самопосвящение. И вот он построил храм там в итоге. И Шрила Пури Госвами Махарадж, он был приглашен, чтобы основать, это Вигаха Пратишту провести, там божество шестирукого Махапрабху находится сейчас. И вот я не смог сказать что-то о тех преданных, их слова, подобно океану. И та шлока, с которой начал, хочу ее прояснить, но времени мало, нужно идти новое служение начинать, что делать. Мы просим прощения, просим милости. У всей нашей Гурваги, у Госвами Махараджи, Саргасвами Махараджи.